победы одержал техническими нокаутами. Общий рекорд 4 боя, 3 победы и 1 поражение. Вот как раз-таки поражение в последнем бою потерпел Асланбек Каров. Ну и Арца Сайдулаев. Давайте, Роман, немножко расскажем про этого спортсмена. Да, ему 19 лет, как вы уже видели, вес 61 килограмм. Чемпион мира по грэпплингу, для него это будет профессиональный дебют. Представляет он город Грозный. Также, насколько я помню, выигрывал он титулы по боевому самбо. Арца Сайдулаев. Октагона боец. Его рост 172 сантиметра. Его вес 61 килограмм. Ему 19 лет. Он является чемпионом мира по грэпплингу. И это его профессиональный дебют. Из города Грозный, Россия, Арца Сайдулаев. Его соперник в красном углу октагона. Его рост 175 сантиметров, его вес 61 килограмм ровно, ему 24 года. Он является чемпионом всероссийского турнира по ММА. Его профессиональный рекорд – 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Из города Нальчик, Россия, Асланбек Каров! Боец на середину. Внимательно слушай мои команды. После команды стоп не работаем. Локтями ни в партере, ни в стойке не бьем. В позвоночник, в пах, в затылок не работаем. Пожали руки, погон. Боец ко мне, подойди. Боец синего курига начинает бой с минуса 1 балла. Ну что ж, в очередной раз один из участников турнира начинает бой с минус балла. Честно говоря, мы не знаем, за что был наказан Арца Сайдулаев. Или у вас есть какая-то информация на этот счет, Роман? Продолжаем. Итак, Асланбек Каров поддавливает. Арца Сайдулаев работает в правосторонней стойке. Раздергивает сейчас Асланбек Каров. Пока не наносит удары. И отходит назад Арца Сайдулаев. Опять выцеливает, на этот раз мимо. Легкий лоу-кик сейчас выбросил Сайдулаев. Ну и вот оба на встречных курсах промахиваются. Хай-кик по защите. Это Асланбек Каров. И попробовал тоже бросить хай-кик в ответ Арца Сайдулаев, но получилось еще хуже. Продолжает оказывать давление на соперника Асланбек Каров. Хорошо проваливает, заставляет вымахиваться. Вот сейчас здорово. И опять перехватил. Размен. Атаку соперника перехватил Арца Сайдулаев. Вот вы знаете, если проводить параллели с предыдущим поединком, то здесь определенное тоже дежавю в том плане, что Каров выглядит несколько пофактурнее, да, Арца Сайдулаева. Однако, когда идет размен в стойке, здесь нет такого явного преимущества. Более того, Сайдулаеву удаются достаточно тяжелые удары. Хотя по тем выкладкам, по тем исходным данным, которые у нас есть, абсолютно одинаковый вес
и Укарова, и Сайдулаева. Разве что Каров на 3 сантиметра повыше. Да, дорогие друзья, уточнили мы, что случилось, почему с Орца Сайдулаева снят один балл. Он не уложился в вес на церемонии взвешивания, превысил норму на 1 килограмм. Да, вот такой роковой килограмм, который может стоить при прочих равных победы в бою. Отходит сейчас назад Сайдулаев. Попробовал дотянуться хайкиком Асланбек Каров. Ну и теснит по-прежнему своего соперника. И слоу. Полтора минуты до завершения первого раунда. Ну вот так вот пытается обрезать углы сейчас Орца Сайдулаев. Мешает он выцеливать Асланбеку Карову таким образом. И опять залезли ненадолго в размен. Бэквист хорошая от Орца Сайдулаева, но так рядом, рядом рука пролетела. И вот опять. Имели в виду, что замысел был хороший. И вот так заряжается сейчас Орца Сайдулаев. Градус в этом поединке повышается потихоньку. Ну, градус в этом поединке, я думаю, и так будет. Эмоциональный градус. Да, ввиду того, что в октагоне находится представитель города Нальчика. Так, и на боковой контроль выходит Асланбек Каров. И в то же время Орца Сайдулаев прихватывает за шею. И может сейчас туда заправить и вторую руку при благополучном стечении обстоятельств. Ну, судя по всему, Карову удастся освободить голову. Последние секунды первого раунда. Несмотря на то, что осталось совсем мало времени, Асланбек Каров пытается улучшить свою позицию, наносит удары. Ставит колено. Ставит колено на голову просто своему оппоненту. Колено на грудь. Да. Как пелось в известной композиции Виктора Цоя. Лайф. Поменял стойку. Нет, не поменял. Встал обратно в левшу. Хороший лоу-кик заходит у Асланбека Карова. Да, добротный такой удар в бедро. Только захромать недолго. Так чуть было руки не сплелись после этого обмена. У бойцов сократилась дистанция. Хорошо левый сбоку. Ну и ответ. Очень опасно. Да, на чеку Орца Сайдулаев. И встретить он может очень неприветливо. И продолжает бить в ту же точку лоу-киком Асланбек Каров. Через блок попал ногой в голову Асланбек Каров своему сопернику. И так показалось, что немного встряхнул. Он Орцу Сайдулаева. Асланбек продолжает дергать с разворота. В область головы попробовал нанести удар. Поджал соперника к сетке. И продолжает дергать. Вот немножко сейчас сник в своей работе Орца Сайдулаев. Один лоу уже с другой стороны. И, конечно, по ногам набросал как следует в этом раунде Асланбек Каров. Да, и периодически пытается поднимать ногу в голову, но пока надежно прикрыт Орца Сайдулаев. Да, и руки держит-то высоко. Да, значит, надо бить по туловищу. Еще один хайкик в защиту. И неплохо контратакует
Сейчас Арзас Айдулаев. Кстати, довольно резко взрывается Арзас Айдулаев. Надо отдать ему должное. И хороший перевод в исполнении Асламбека Карова. Да, боковой контроль сейчас у Асламбека. И, конечно, очень интересно понаблюдать как раз-таки за работой в партере Арзы и Асланбека. Много мы видели ударки. Примерная картина вырисовывалась. Как действует один и другой. И на чьей стороне преимущество. А вот сейчас мы смотрим, что Каров, по крайней мере, на данный момент гораздо интереснее выглядит в партере. Последняя минута истекает во втором раунде. Прихватывает сейчас Арзас Айдулаев и двумя руками за шею Асланбека Карова. Нет, двух рук там не было все-таки. И на последних секундах усаживается Асланбек Каров в маунт. Так, и поединок остановлен. Судя по всему, сейчас не удастся развить этот успех. Прозвучит гонг. Так, и ногу пытается забрать Арзас Айдулаев. Все, не успел. Хотя там, в общем-то, и до приема было далековато, откровенно говоря. Так, а почему лежит Арза? Болевые ощущения или же из-за упадка сил? Да, очень много ударов выбросили. Вот так вот, угрожая еще одним замечанием, Азамат Кирефов пытается выпроводить секундантов. Все, бой закончен. Видимо, травму какую-то. Ну, посмотрите на бедро, это же просто. Это вот то, что, на что я обращал внимание по поводу лоу-киков, тех мощных лоу-киков, да, которые выбрасывал. И абсолютно верно это было замечание. Асланбек Каров. Очень мощно пробивал в бедро и не всегда блокировал эти удары далеко Арзас Айдулаев. Ну и в итоге травма. Ну что ж, ликует Нальчик. Асланбек Каров одерживает победу.